Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Култеп, и мы продолжаем проходить игру... Вальхалла, продолжая погружаться в мир. В мир тотального хаоса, садомии и посткапиталистического будущего. Где творится всякая странная хренотень. Ну и сейчас у нас будет разговор с Дороти, но перед тем, как перейти к этому крайне приятному разговору, который мне очень нравится, очень уж мне нравится с ней общаться. Я думаю, многие те, кто смотрит популярных видеоблогеров, хотят также именно связать свою карьеру либо с Ютубом, либо просто заняться им ради своего... как хобби, чтобы делиться своим творчеством. У вас есть, я думаю, и идея уже для канала, шапочка и логотипчик, и название, но нет прямых рук, чтобы сделать продукт, который вас бы устраивал и привлекал бы зрителя. Если у вас была примерно такая же проблема, как у меня, то вам прямая дорога в группу Baron Graphics. Группа крайне хорошего человека, дизайнера. У него уже есть примеры его работ, портфолио, вы можете легко их оценить и понять, подходит вам данный дизайнер или нет. Сейчас у него в группе идут хорошие скидочки, так что вы сможете и превьюшечку, и пакет YouTube урвать себе по сниженной цене. Ну и, конечно же, есть отзывы довольных клиентов, среди которых есть и ваш покорный слуга. Автор постарается сделать максимально подходящую вам работу, обсудить все и добавлять именно, учесть все ваши просьбы и желания. Ну, насколько это будет возможно. И, разумеется, поделиться и своим собственным мнением, чтобы работа вышла максимально приятной. Вам и тем, кто будет ее смотреть на вашем канале. Если заинтересовал, ссылочка находится в описании и в комментарии. Переходите в комментарии, там есть рабочая ссылочка, и отправляйтесь в плавание по берегам Ютуба, по морям Ютуба. А мы возвращаемся к нашей любимой игрульке. Ну что ж, давайте снова поговорим с Дороти, снова радость и веселье. Как можно настолько нагло спрашивать у девушки ее возраст? Ты свой назови сначала. 27. Нечестно, ты даже ни капельки не спутилась. Как так можно? Ну ладно, я скажу тебе. Сама модель изготовлена с расчетом где-то на 12. Но последний техосмотр показал, что мой психологический возраст 24. И когда тебе ввели в эксплуатацию, эту тайну я унесу с собой на свалку. Справедливо. А я думала, тебе будет неловко говорить о своем возрасте. Как так-то? Учитывая обстановку, последнее время каждый год на вес золота. Старение — это не проклятие. Это достижение. Тебе надо сделать футболку с таким принтом. А если не сделаешь, то я ее сделаю. Флаг тебе в руки. Еще что-нибудь будешь? Дай-ка подумать. О, синий бархат. Давненько я что-то его не пила. Хорошо. Попросила синий бархат. Странно. Интересно. Синий бархат. Почему странно, кстати? Блин, город синий бархат. Ну, хорошо. Странновато. Ну, ладно. Так, сладкий, кажется, синий бархат. Или изысканный? Синий бархат. Как шампанское, поданное в бокале, в котором еще осталось немножко колы. Интересненько так. Ну ладно. Интересно, что ее смутило-то в этом заказе. Ладно. Перемешать со льдом. Синий бархат. Синий бархат. Да, он самый. Он тебе нравится? Ну, он, по крайней мере, не вызывает у меня отвращения. Видимо, я еще не созрела для таких напитков. Эй, дорогуша, а какой сегодня день?
Так, возвращаемся. Прошу прощения, небольшие технические неполадочки. Точнее, небольшой звоночек. Да, от некоторых вещей я не могу застраховаться никак. Ну что ж, продолжим. Эй, дорогуша, а какой сегодня день? Среда. Нет, число. Число какое? Кажись, 19-е? 21-е. Ой. А разве ты не должна всегда знать такие вещи? Я Лилим, а не календарь. Ну уж это я думала. У тебя всегда должно быть в голове. Ну обалдеть вообще. А дальше что? Попросишь меня в уме что-нибудь посчитать? А ты не можешь? Я могла бы, если бы захотела. Но у меня нет быстрого доступа к таким операциям. Ну да, у меня есть встроенный календарь и калькулятор, но они предназначены для других задач. Я могла бы обратиться к ним, но быстро попросить тебя. Но быстрее попросить тебя, чем стоять в очереди, перерывая среди... Точнее, я могла бы обратиться к ним, но быстрее попросить тебя, чем стоять в очереди, перерывая среди более приоритетных задач. Понятно. А зачем тебе сегодняшнее число? 26 числа мне нужно кое-что сделать. Кое-что, чего я давно избегала. Но ты за меня не волнуйся. Ничего опасного. Просто давит очень сильно, понимаешь? Тебе нужна помощь. А ты бы мне помогла? Если ты мне скажешь, с чем тебе нужно помочь. Позже, может быть. Ладно, мне пора. Еще увидимся. Пока. Ты правда думаешь, что она не сможет так вот запросто обратиться к внутреннему календарю и калькулятору? Видимо, это как с видеопроцессом. Через него можно узнать дату на компьютере. Но ты же его не для этого используешь. Почему ты ей не сказала, что вчера скучала по ней? Да забыла совсем. Котов я не нашел. Почему бы не поискать еще? Потрясная идея. Ой. Это что за милая леди? Что, еще один ребенок? Может, бар стал популярным у учеников какой-нибудь школы? Да, тогда у нас проблемы. Бог ты мой, неужели Альба была права? Чё права? На днях я спрашивала, что она думает по поводу ситуации с Элис Рэббит. Еще до всей той заварухи с таинственными сообщениями. И в какой-то момент она упомянула о том, что хакерство входит в моду у молодежи. И еще она сказала... Представь, что к тебе в бар заваливаются подростки и начинают требовать выпивку. И вот за сегодня уже двое несовершеннолетних побывало в нашем заведении. Как работа бармена могла стать популярнее среди подростков? Мультфильм, может, какой? В детских мультиках алкоголя не показывают. Никогда. И то верно. Простите, мисс. Это место не для детей, так что я вынуждена... Джилл, она просто смотрит на меня и ничего при этом не говорит. Она ничего не заказывает и не создает проблем. Да и в убранстве бара нет ничего такого, чего я не видел. Ей не следует видеть. Не считая алкоголя, разве что, но алкоголь и так повсюду. И что же ты предлагаешь? Оставь ее в покое. Может, она просто любопытная? Она ни слова не сказала. Ну блин, некоторые друзья, они такие любопытные. Прям отличный тоже сейчас кадр, кстати. Я чуть не забыл, нужно сделать превьюшку. Ты на превьюшку пойдешь с подруга. Да. Интересный кадр. Любопытное и застенчивое, почему нет? К тому же, неприлично говорить о человеке рядом с тобой. С тобой так, словно его здесь нет совсем. И правда. Я как будто что-то шепотом говорил. Жил. А-а-а.
Как, черт побери, мне удалось застать тебя врасплох. Чего тебе? Мне тут пиво замешать нужно, не поможешь? Да, сейчас. Пиво для Джила. Где-то я эту девушку уже... Где-то я эту девушку уже видела. Почему так страшно? Она просто сверлит ее взглядом. Это не мама, я не знаю, Элма. Или как я? Не Элма, а... А Нормы. О. Ну давайте пиво. Хотите пиво? Получайте пиво. Давайте. Я по стилю классическое пиво. Держи, брат. Заслужил за рабочую смену. Ну и перемешать. Пиво. Да. Спасибо. И успокойся, прошу тебя. Ах да, пока не забыл. В воскресенье привезут новую партию ингредиентов. Тебе нужно что-нибудь пополнить? Да-да, сейчас гляну. У меня тут просроченная бутылка карматрина. Срок годности истек месяц назад. Поставь ее у раковины, чтобы я не забыл ее забрать. Спасибо. Эй, мисс. Ой. Да. Вы счастливы? Счастлива ли я? Хм. Какой-то странный вопрос. Я не в депрессии, но и не сияю, как медный горош. Грош. Нет-нет-нет. Довольны ли вы своей жизнью, теми решениями, которые вы принимали? Весьма непростой вопрос. Ну, я о чем-то да сожалею, конечно. Но, думаю, все могло бы быть гораздо хуже. Сожалеете? Ну да, такое ведь масло, ведь... Случается с каждым, разве нет? Ясно. Интересно, этот диалог зашел в тупик. Эй, Джилл. Ты опять? Что, совсем на взводе? Возможно, возможно. Что тебе нужно? Ты вроде бы отвертку одолжила на днях, да? Ну да, а что? Я на той неделе забыл из автоматов монеты достать. Так что мне без отвертки никак. Ага, сейчас. Держи. Хотя ими все равно в последнее время не часто пользуются. Каждая монетка должна быть на счету. Карманная мелочь не раз мой зад спасала. Ты что, швырнул ее какому-то... кому-то в рожу перед тем, как сбежать? Такое было лишь однажды. И вообще, это та старушенца во всем виновата. Ну да. И вообще, почему аркадные автоматы до сих пор принимают монеты? И наличные, в принципе. Раз уж на то пошло. По той же причине, по которой такие автоматы еще существуют. Ностальгия. Хм, наверное. Эй, мисс. Да, чем могу помочь? Вы узнаете меня? Узнаю тебя? Подожди! Wait! Подожди. Я не помню фоточку, я не помню фотку на аватаре одной из серий. Она, кажется, мелькала. Это не она, это не девушка Шил. Почему мне кажется, что это она? Не знаю. Ну, вроде бы да, но извини. Серьезно, ты даже се... Ёкарный бабай, сестра. Ладно, ну почти то же самое, когда я охренел. Серьезно, ты даже сестру уже не узнаешь. Сестру? Нет, у меня никогда не было никакой сестры. И даже сводной. Не может быть. Гэби, это правда ты? Ну боже, прости меня. Ты так выросла с нашей последней встречи. Сколько времени прошло? 3 года. Да, точно. Так ты все-таки знаешь ее? Это сестра моей бывшей возлюбленной. Как у тебя дела? Рассказывай. Мне пришлось уйти в другую школу, но благодаря вступительным тестам меня определили на класс выше моих сверстников. Закончив
закончу среднюю школу уже в следующем году. Неудивительно, ты же у нас умнее всех. Еще не задумываешься над тем, что будешь изучать в колледже? Ты же всегда вроде ученым стать хотела. Пока не знаю. Думаю, мне еще есть пара лет над этим подумать. Пока что не стоит об этом сильно переживать. Возможно, академический отпуск тебе сможет помочь в выборе. А как у Ленор дела? Кто такая Ленор? Ее сестра, она была моей девушкой. У тебя были отношения с кем-то, кроме твоего кота? Вот уж удивительно. Эй, не смей так говорить о моей детке. Так, как Ленор поживает? Она мертва. Вот тебе и поворот, ядрить-мадрить. А извиниться, ее просто это еще сильнее ее подкосит. Я уверен, это ее еще сильнее подкосит, чем раньше. Ой, черт тебя подери. Это закончится очень плохо, я в этом уверен. Прости, я, похоже, тебя неправильно расслышал. Все ты правильно расслышала. Джилл, моя сестра мертва. Она умерла в прошлую субботу. Я приехал известить тебя об этом. Так, Гэби, это не смешно. Прекрати уже дурака валять. Это ты прекрати дурака валять. Вот сейчас же. Моя сестра страдала и умирала от недуга в одиночестве, пока ты тут веселилась, трепалась и бухло замешивала. Стоп, недуга? Ленор болела? Чем? С каких пор? Локальное отторжение наномашин. Она привела к сердечному приступу. После твоего ухода она начала жаловаться на боли в груди. Ну так что, стоило того весь твой трёп с самовыражением, а, Джилл? Стоило ли твое право стать кем угодно и жить на максимум жизни моей сестры? За что ты на меня так срываешься? Я что ли заразила твою сестру и убила ее? Нет, ты уж слишком подозрительно, что ей стало плохо сразу после того, как ты бросила ее. После вашей ссоры с ней что-то стало, это было заметно. Уверена, что именно тот скандал сыграл ключевую роль в ее смерти. Пустые догадки, это только и всего. Не можешь же ты... И все из-за того, что ты хотела какой-то там свободы. Что ж такого заманчивого было в этой твоей свободе, что ради нее ты угробила прекрасные отношения, длившиеся 3 года? Так ли важна для тебя была эта свобода, что ради нее ты оборвала с нами все контакты? Была ли она так важна, что ты выкинула все и вся на обочину жизни? Стоила ли она жизни моей сестры? Заткнись, блядь! Я не убивала твою сестру, поняла? И я заразила ее этим сраным отторжением. Да я вообще впервые слышу, что она была больна. Ты вообще представляешь, какой чудовищный страх толкнул меня на этот разговор с ней? Ты хоть понимаешь, каково это чувствовать, как молодость безвозвратно уходит? Ну подожди. Ладно, сейчас послушаем ее. Ты думаешь, мне было легко? Я боялась. Я и сейчас боюсь. Но мне нужно было идти дальше и стать в этой жизни хоть кем-нибудь. И никакого отношения к твоей сестре это не имеет. Я любила ее, понятно тебе? Ты думаешь, мне тогда не было больно? Какая же ты дура. Ну, вот честно скажу. Вот честно скажу, вот послушав ее разговор еще с боссом и сейчасшний, честно говоря, я понимаю, почему ее называют виновницей. И отчасти она права. Потому что, ну, подожди.
Либо я что-то путаю, но я не слышал о том, чтобы ее девушка была против того, чтобы она стала там барменом или пошла по каким-то таким стопам. Потому что, как говорится, если человека ты любишь, то он, если человек тебя любит по-настоящему, он примет любой твой путь, он будет рядом с тобой и вести тебя под руку. И наплевать им на то, какой путь ты выберешь. Если тебя любит, то он все это переживет. Из-за этого, если... Потому что я сомневаюсь, что... Ленор умерла, и что Ленор отказывала, была как-то прям контролировала ее, не давала ей развиваться. Скорее всего, это просто там был какой-то кризис, не знаю. Или все-таки Джилл ее не любила. Это опять-таки мои роскости, возможно, так. Но вина, мне кажется, ее вина в смерти Леонор 100%, хоть какая-то маленькая, но есть. Потому что, как говорится, сильные потрясения реально могут убить. И это не шутки. Я прослежу, чтобы эта девочка в безопасности добралась до любого необходимого ей места. А пока что... Шеф. Да, ты прав. Пойдем, Джилл. Тебе нужно домой. Дом, милый дом. Эй, Джилл, давай возьмем чего-нибудь перекусить. Я не голодна. Хочешь, чтобы я осталась с тобой? Составить тебе компанию? Все хорошо, просто мне нужно побыть одной. Джилл, все хорошо, не держи в себе. Выскажись, тебе станет легче. Ни черта не хорошо. Нет, ни черта. Иди ко мне, Джилл, иди сюда. Просто... Часть меня сейчас расплывается. Моя любовь болела и страдала, а я даже не знала об этом. Ее сестра сообщила мне эту ужасную весть и винила во всем меня. А я и на нее сорвалась, прям как в тот раз. Колесо сансары, блядь. Если бы я тогда не струсила и извинилась, если бы не была такой сраной эгоисткой, если бы... Леонор, спасибо, босс. Сейчас мне это очень нужно. Хочешь, чтобы я осталась сегодня у тебя? Спасибо, конечно, но мне правда нужно побыть одной. Нужно немного разобраться в себе, понимаешь? Да, конечно, но не смей делать глупостей, слышишь меня? Если нехорошие мысли начнут одолевать тебя, то сразу звони мне, сразу! Ладно. Так, Лутка, ты за нее головой отвечаешь, поняла меня? Мяу. Если что, звони, а я попозже тебе сама позвоню, чтобы тебе проверить. Ладно? О, зарплата за 540 рублей. Подожди, 540 рублей плюс чаевые 300, 600, 700, 800 и еще плюс 500. Премия за безупречную работу плюс 500 и 300 еще. Да. Счет за электричество будет выслан 24 декабря. Необходимо 8000, что уже накопили. Джилл грустно, но ей реально понравился тот плакат игры. Ее покупка поможет ей сконцентрироваться на работе. Джилл молчит. Так, плакат Киры Мики, плакат милой игры, вот. Постер одной миленькой игры про ведьму с розовыми волосами, летающую на метле. Все получается, домой. Джилл немножко умерилась от плаката той игры, немного умилилась. Где этот плакат, кстати? А вот он. Блин, вот тебе и скандальчик. Интересная ситуация, конечно. Ну что ж, я думаю, на этом можно и закончить. Как раз таки идеальное место, а уже почитаем мы дополненную правду в следующей серии. Давайте сохранимся. В следующей серии продолжим. Надеюсь, вам понравилось и
Блин, реально. Да. Даже я, блин, не знаю. Я даже не знаю, слезу пустил небольшую. Серьезно. Не знаю, блин. Потому что я так сильно прям пробила это ракете. Ой. Ну ладно, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте игры для прохождений. Кстати, один человек уже предложил игру для прохождения, и ему за это очень большое спасибо. Я ее скоро выпущу, первую часть этого прохождения. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на группу Mordant Graphics, Mordant Graphics. И в комментарии там будет рабочая ссылочка, которую не нужно копировать. Не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, а то на наш канал подписан только 55% человек смотрят с подпиской наш канал. И не забывайте жать на кнопку. Вам этого ничего не стоит, а меня это мотивирует. А вы будете узнавать о новых видеороликах первыми. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!